знает, где используют собак? Полиции. Правильно. И впервые в нашей областной детской библиотеке кинологи с собаками, которые покажут и работу животных именно вот в таких вот необычных для них территорий. И вообще детям дадут советы, как завести, может быть, животное, как за ним ухаживать. Еще до воскресенья продлится неделя, потому что в воскресенье к нам придут ребята участвовать в викторинах. У нас называется наша такая программа «Нескучное воскресенье». Она будет посвящена как раз Международному дню детской книги, Андерсоновскому дню. Поэтому все, что касается Ханса Кристиана Андерсена, будет проводиться в воскресенье. Много различных программ.